Операция «МАК» продолжается. При помощи бдительных граждан наркополицейские обнаружили в Тейковском районе 195 кустов конопли. Следует отметить, что эти растения не были дикими. Каннабис рос на огороженной территории в заранее подготовленной почве. Здесь же наркополицейские изъяли более 3,5 килограммов уже готового зелья. Также наркополицейские обнаружили предметы для изготовления и употребления наркотиков. Все улики, изъятые с места преступления, направлены на экспертизу. Наркополиция проводит оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Кроме этого, областные наркополицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСИН вывели из оборота крупную партию героина общей массой более 230 граммов. Сверток с опасным наркотиком был обнаружен и изъят в Южском районе.